Get Movies. Канал для всей семьи. Адвент-календарь. Жила-была царевна, которая очень сильно ждала Новый год. Ура! Последний день зачеркнула. Это значит, завтра Новый год? Да, мам? Нет, доченька. Это был последний день ноября. Завтра начнется зима. Видишь, это декабрь. А Новый год наступит через месяц. Что? Так долго ждать? Кажется, Дед Мороз прислал мне задание. Нужно приклеить снежинки на окно. Ого, вот это чудеса! Укрась снежинками окно, и заискрится вдруг оно, и засияет, и засияет. И Дед Мороз тогда поймет, что здесь его ребенок ждет, о нем мечтает. Успей слепить снеговика и покататься на коньках зимой чудесной. Кормушку птицам смастери, про зиму мультик посмотри, как интересно. Ведь скоро Новый год, Новый год, Новый год. Загадай желание. Ёлку шарики повесь, и огонёчки. С любовью вспомни старый год, уже закончится вот-вот его денёчки, его денёчки. С друзьями поиграй в снежки и вместе с мамой испеки имбирный пряник. Зима раздолье для детей, о, сколько интересных дней она нам дарит. Ведь скоро Новый год, Новый год, Новый год. Загадай желание, сбудется. Ведь скоро Новый год, Новый год, Новый год. С новым счастьем пусть все получится. Что это? Ура! Последнее задание! Но кто же его здесь оставил? Как кто? Дед Мороз, конечно же! Обними тех, кого любишь! Мам, смотри! Здесь написано «Обнять тех, кого любишь». Жила-была царевна, которая не хотела надевать шапку. Но вот беда, холода пришли. Как же быть? Как теперь царевне гулять идти? Шапку долой! Предлагали царевне всевозможные шапки на выбор. И мама предлагала.
щекочет. Давит! Не хочу! И папа предлагал. Не то! Не нравится! Не надену! И даже собака предлагала. Нет! Ну ничего царевне не нравится. И вообще, не хочу шапку! Мне в ней жарко! Ни с помпоном, ни с ушами, ни платочек, ни берет. Ничего носить не стану. Мой ответ всем шапкам. Нет! Шапку долой! Холода гулять ходит только в шапке и никогда не болеет. Зимние забавы. Жила-была царевна, которая любила есть снег. Не, ну а чё? Вкусно же. Царевна, давай с нами на лыжи. Ой, да ну неохота. Ну ладно. Ой,
снежинки в гору тащить надо, а мне лень. Здорово, молодец. Ой, я тоже так хочу. Царевна, бежим за коньками. Ну уж нет. А вдруг я тоже упаду? Ну, как хочешь. Царевна, смотри, какую я крепость построил. Давай в снежки играть. Снег похож на мороженое. Эй, я придумала, во что мне поиграть. Я открою кафе «Мороженое». И эскимо на палочке, и вафель на рожке, в брикете и в лотке, еще фруктовый лед. Царевна, это же снег! Снег нельзя есть! А ты еще почему? Ой, кажется, я заболела. Царевна, выпей лекарство. Ну, пожалуйста. Не хочу. Оно горькое. Так ты быстрее поправишься. И снова пойдешь гулять. Тук-тук, а вот и я. Смотрите, что я принес. Ура! Ура! Мороженое! Настоящее мороженое! Ой. Будь здорова. Будь здорова. Будь здорова. Давайте скорее ваше лекарство! Я болеть не хочу! С тех пор царевна ест только настоящее мороженое. А на улице зимой всегда есть чем заняться! Гол! Мам, давай к нам! Да-да, сейчас! Жила-была царевна, которая не верила в Деда Мороза. Царевна,
А ты уже написала письмо Деду Морозу? Не, все равно никакого Деда Мороза нет. Как же нет? А кто же тебе подарки приносит? Да это же папа наряжается Дедом Морозом. И подарки под елку вы с папой кладете. Я уже давно все знаю. Вот тебе раз. А как же новогодняя сказка? Как же чудеса? Да ну, это все для малышей. А я уже большая. С Новым годом! И решили мама с папой вернуть царевне веру в Деда Мороза и чудеса. Что ты пожелала? Секрет. Это же для Деда Мороза. Ой, а что это вы тут делаете? Как что? Пишем письма Деду Морозу, конечно. И ты напиши. Ха! Как дети прямо. Никакого Деда Мороза нет. А вот и есть. Не буду я ничего писать. Хм. Давай, скорей! Теперь ты покарауль. Странно. Да это же сахар! Ха! Меня не проведешь! Что там? Это просто какая-то пуговица. Ничего интересного. А теперь давайте открывать подарки! Давайте! Посмотрим, что нам принес Дед Мороз. Вы опять за свое? Нет никакого Деда Мороза! Спасибо! Надеюсь, размер подойдет. Какие красивые! Спасибо! О, новая кукла! Спасибо! Ого! Да тут еще подарки! Ух ты! Ха-ха-ха-ха! Обожаю такие игрушки! Правда? Правда? Здорово! Прямо как в детстве! Спасибо! Но как ты догадался? Ура! Подзорная труба! Я как раз о ней мечтала! Подзорная труба? Ты о ней мечтала? Ну откуда она взялась? Как откуда? Разве это не вы мне ее подарили? А варежки? Это же от тебя? Нет, я этого не дарила. И я не дарила. А кто подарил собаке карнавальную юбку? Мама, папа, идите скорее сюда! Вот это да! Ого! Ничего себе! С тех пор не только царевна, но и папа, и мама,
И даже собака верит в Деда Мороза. Если вдруг ты взрослым стал, чудо верить перестал, не печалься, не грусти, Новый год уже в пути. Новый год, волшебный праздник, Новый год, всем дарит радость, всем дарит радость. Будут чудеса и счастливые глаза, будем петь и танцевать и друг друга поздравлять. Новый год, волшебный праздник, Новый год, всем дарит радость, всем дарит радость. Бьют часы 12 раз. Теперь внимание, загадай желание. Новый год, волшебный праздник. Новый год, всем дарит радость, всем дарит радость. Новый год, волшебный праздник, Новый год, всем дарит радость, всем дарит радость. Дед Мороз для всех. Ой, я нечаянно. Безобразие! Хулиганы! Что, Деда Мороза ждете? Подарочков, небось, хотите? А он к вам не придет. Дед Мороз приходит только к послушным детям. Царевна, у тебя там что-то разбилось? Что же делать? Мама наверняка рассердится! Царевна, что случилось? Ничего. Значит, мне показалось. Ой, а куда делся большой серебристый шарик? Я же сама его вешала, я точно помню. Это собака его взяла! Взяла поиграть и куда-то закатила. Как же так, Бона? Разве ты не знаешь, что шарики на елке – это не игрушки? А, так ты еще и врунишка. Не видать тебе никакого Деда Мороза. Что тут у вас случилось? Ой! Ого! Ну и дела.
Я хорошей быть старалась, никому не делать зла. Я с друзьями не ругалась и послушною была. Но опять да что ж такое, все пошло и в крик и в пось. Натворила дел невольно, не хотела, но пришлось. Хорошие дети, послушные дети, дорослые бывают такие на свете. Я вам по секрету признаюсь, друзья, что это, конечно, что это, конечно, что это, конечно, уж точно не я. Ото всех теперь бегу я и сгораю от стыда. Почему же не могу я быть хорошею всегда? Словно мне на ухо кто-то вечно шепчет ерунду. Поступила снова плохо, ох, попала я в беду. Хорошие дети, послушные дети, дорослые бывают такие на свете. Я вам по секрету признаюсь, друзья, что это, конечно, что это, конечно, уж точно не я. На душе скребутся кошки, я брожу совсем одна. Я подумала немножко, знаю, в чем моя вина. Чтобы больше не скрываться и со всеми в мире быть, нужно мне во всем признаться и прощения попросить. Хорошие дети, послушные. Царевна, как хорошо, что ты нам все рассказала. Разбитый шарик – это не страшно, а вот обманывать и сваливать вину на других – очень плохо. Я все поняла, мамочка, и больше никогда, никогда так не буду. Царевна, а ты помнишь, какой завтра день? Завтра мы будем праздновать Новый год. Ты уже выучила стишок для Деда Мороза? А чего мне его учить? Все равно Дед Мороз ко мне не придет. Он ведь приходит только к послушным детям. Царевна, посмотри, кто к нам пришел. О-хо! Здравствуй, царевна! Посмотри, что я тебе принес. Дед Мороз! Постой-ка! Царевна! Упс! Так я и знала! Это папа! Настоящий Дед Мороз ко мне не придет! Хо-хо-хо! Чего загрустила? А, еще один. Ай, ты чего? Ай, отпусти! Больно же! Ух, наконец-то! Ай-яй-яй, ты чего это удумала, а? Он настоящий! Конечно, настоящий! Какой же еще? Но я же непослушная! И я не выучила стишок. Хо-хо-хо, это ничего. Мои чудеса для всех, у кого доброе сердце. Это мне? С Новым годом! Постой, Дед Мороз, куда же ты? С новым счастьем!